В усадьбе Международного благотворительного фонда «Семья. Единение. Отечество» в поселке Семково под Минском состоялся праздник семьи для воспитанников и родителей учеников 13-го Минского профессионально-технического лицея. Цель программы – научить будущих строителей азам строительства крепкой семьи. Старинную усадьбу конца 18 века в поселке Семково пару лет назад начал восстанавливать Международный благотворительный фонд «Семья. Единение. Отечество». Именно в этом уникальном месте планируется создание Международного центра семьи. Однако уже сейчас здесь проводятся мероприятия, направленные на развитие семейных традиций. Так, накануне Дня защиты детей в Семково был организован праздник семьи для воспитанников и родителей учеников 13-го Минского профессионально-технического лицея. Это мероприятие, оно очень знаковое для программы для фонда «Семья. Единение. Отечество», поскольку это мероприятие посвящено семье в рамках акции «Живу в Беларуси» и «Дым Гонорусе». Это мероприятие проходит совместно с строительным лицеем, который на протяжении последних полутора лет уже сотрудничает с программой и фондом и оказывает посильную помощь в восстановлении усадьбы Семково. Действительно, будущие строители свои первые профессиональные навыки применяли на восстановительных работах в усадьбе Семково. Для этого был создан волонтерский отряд «Авангард». Но делу время, потехи час. И в этот раз молодые люди со своими родителями пришли в Семково, чтобы проверить дух семейных белорусских традиций, посоревноваться, казалось бы, в обычных, но уже и подзабытых занятиях. Косьбы, где пример подрастающему поколению показывали отцы, семьи, разделенные на две команды – спадшина, наследие, и нашатки, наследники – соревновались в скорости вскапывания почвы и в рубке дров. На скорость также пилили бревна семейным подрядом. Можно чему-нибудь вот здесь новенькому научиться? Тут и мировой день, и вот труд, все работают, все дружно все делают. Команда, семья, жизненный опыт. Все надо уметь все-таки. Пожалуй, самым интригующим соревнованием стал сбор виноградной улитки. Тихая охота принесла командам по ведру ценного продукта, который при правильном приготовлении считается деликатесом. И если кулинарный поединок еще не состоялся, то дуэль в перетягивании каната закончилась победой команды, большинство которой составили женщины. Праздник семьи стал для молодых людей маленькой школой семейной жизни, основные уроки которой заключаются в том, что только в единении можно добиться успехов. И чем больше семья, тем она крепче. Те традиции, которые может передать семья, родители своим детям, они будут передавать своим детям, внукам. Семья – это основа, это залог воспитания будущего поколения. Научить любить свою страну, любить свои традиции, любить своих родителей – это и есть основа в воспитании наших учащихся. Есть то, что может сплочать людей, не только связанное с извлечением какой-то прибыли, дохода или чего-то еще. Это по существу возможность показать дух единения, дух сплочения, дух соборности. Тот дух, который мы, наверное, за последние, наверное, лет 20-30 потеряли, утратили ввиду коммерциализации всех отношений, разобщенности. А здесь люди, особенно молодежь, в первую очередь может почувствовать вот эту вот школу патриотизма, школу волонтерства. Что касается волонтерства, то уже начинается очередной сезон восстановительных работ в усадьбе Семково. Молодые люди смогут вложить частичку своего труда в возрождение памятного для Беларуси места, связанного с именами православных меценатов Богдана Статкевича и Елены Соломерецкой, а также последнего минского воеводы Адама Хмары. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Семково, Минщина, Беларусь.